оборачиваемые трибунами своих конкурентов. Туга. Футболисты обеих команд устремляются вперед. Криштиану Роналду по левому флангу. А Пинто. Маскерано. Обратил внимание, как Пинто нервничает. Рванул к этому мячу и остановил Смоленко. Вот, Маскерано парень горячий, заводной. Да, здесь нарушение было без... По-моему. Было-было. Узил сыграл на Криштиану. Марсело. Чуть ли не первое подключение. Это Ди Мария. Ох, какой пас! Узил! Промедлил Озил, Криштиану, можно бить, Криштиану! И едва не автогол, но так и продолжается, Криштиану делает пас чуть назад. Ты про субботнюю игру, а да. А соперника? Вот здесь, мне кажется, возмутительно. Положение вне игры у Озила. Это же кошмар. Да нет. Пике слева, вот снова он с мячом. А вот и пас в штрафную, Криштиану, надо бить сразу же. Беззубый Барселона. Беззубый Барселона. И Касильяс. Решил, что сейчас нужно следить именно таким образом. Для нас это сигнал. Криштиану. Ох, какой длинный пас. Там Ди Мария на всех парах мчит. Срезает угол. Нет, Дани Алвес успевает. Марко, конечно, всем своими симпатиями к Реалу, тем не менее, она остается федеральной газетой. Газетой, которая читает весь мир. Поэтому она, конечно, Марко-то держит в определенном смысле симпатии Реалу. Это скорее что будет существует. Не, ну спорт. Да? Мы прекрасно знаем, что Месси в таких ситуациях, наоборот, помогает своей средней линии, отходит назад. Этого уже совершенно не происходит. Смотри, что получается. А, смотри, вот сейчас какой мяч могли забить. Ошибается Пике. Включает скорость Криштиану на третьей передаче. На четвертой от штатной площадки. Удар дальний угол. Пинто наконец-то вступает в игру. А вы знаете, еще вот очень интересно, что вот в том месте, где мы сидим, завелись. Ты знаешь, я хочу сказать, по первому тайму мне очень интересно было посмотреть именно на стадионе. Там сзади, по-моему, был. Но вот контратака Реала получается. Чуть ли не первая серьезная. Можно играть, показывает нормально. И показывает Малин. Да, обошлось без рикошета. Посмотрим, было ли здесь да нарушение. Чистейший, ну, чистейший, да, конечно. Туда несется Пике. Ой, но... как легко обыгрывает он Маскерано. Вернее, укрывает мяч пока что от него всего лишь. Даня Алвес. Ибанес и Хесус Кальво Гуадамуро. Хороший заброс на Криштиану, но... Опять, наверное, подумал Жозе Мауриньо. И даже как-то странно. Да. Болельческое пение. Реала. Криштиану. Налево. Ди Мария. Идет прямо на ворота. Удар по воротам. Пинто спасает свою команду. Очень трудный момент для Пинто. И угловой. Заходите, гости дорогие, призывает Реал. Криштиану на скорости. Коробочка. Кенийский стайер пошел вперед. Здорово, Криштиану. Офсайд, офсайд, офсайд. Офсайд уже был. С помощью маневрирования практически столкнул лбами защитников. Я думаю, что мы будем продолжать смотреть давление в исполнении Барсы с тем сигналом, который нам подал Реал в последние 3 минуты. Вот эта атака от... Ну что? Соображение о том, как она закончится. Я намерен увидеть и постараться понять. Притихло в нашем сумасшедшем доме, однако. Да, Хави Алонсо. Хороший пас. Роналду на мопеде уезжает. Удар от ворот. Вот она геометрически. Убирать шайбу от борта. И вот так сейчас Роналду как на мопеде. Выброс туда. Вот как, знаешь, как у канадцев проброс в зону, да, и туда мчит. Ну, опять за лицо. Опять за лицо хватается Дани Алвес. Ди Мария выигрывает борьбу за мяч. Удар. Гол! Гол! Ну и Криштиану. Разыграли на фланге. Ну, как детей двоих на двоих отыграли, а? И вот эта подача. Подача и упускает. Состоялся еще один небольшой перерыв. Мальен... Все-таки увидели. Ну и хорош. Удар абсолютно. Вот это получилась абсолютно идеальная атака. Абсолютно идеально сыграли.
Говорит ему, ну побегай еще. Ну еще 15 минут, побегай. Да, если бы было правило золотого гола, то Реал бы уже мог праздновать Роналду. Вот сколько у него сил-то, а? Нет, это передача безадресная, здесь Пинто. А где Пике? Криштиану. Пошел Роналду, уходит. И здесь уходит. Адриану желтую сейчас получит. Долго не забивал он командам. Он боец. Да, долго. Реал, он аут. Уже, да, уже аут. Там угловой разыграли. Гранеро. Отобрали мяч. Сампуни рекламируют. Адебайор. Адебайор! Решать можно! Криштиану! Поразительный эпизод. Криштиану, конечно, можно сказать... Пинто выручил. Можно было и Ди Марии действительно отдать. Выносит ворота пустые. И все! Ну что ж. Чемпионат-то проигран, но только формально.